Братва, всем привет! Это у нас Volkswagen Scirocco. Интересный, редкий автомобиль. Когда он появился, это была мечта многих любителей Volkswagen. Теперь мы с вами увидели, повреждена бочина. И когда мне прислали заявку, вот в таком ракурсе я сказал, ну конечно, дверь под замену, крыло, скорее всего, мы восстановим. Когда автомобиль приехал, я посмотрел вот с этого ракурса и засомневался, что стоит это крыло восстанавливать. Дверь мы уже приобрели, а крылышко сейчас нам привезут. Но как мы его будем менять, давайте посмотрим в процессе ремонта и как вообще мы это будем делать. Сейчас скажу так, покажи, пожалуйста, примерно, как у нас должно быть крыло. То есть, чтобы оценить глубину повреждения. Вот, давай, вот здесь вот у нас, да? То есть, вот так примерно глубина повреждения крыла. Что, вырезать будем? В общем, вырежем, а потом... Да там смотреть-то особо нечего, и так все понятно. Все склад, ну, то есть, рельеф, который предназначен для резинки, все загнулось. Все стандартно, все просто, все понятно. Машина должна выехать в таком виде, как будто бы ничего не делали. Ну что, как вы думаете, сколько дней займет такой ремонт? В общем, я думаю, неделя плюс-минус пару дней. Самое сложно прогнозируемое время, это именно кузовня занимает либо больше, либо меньше. Иногда автомобиль выглядит печально, а делается все легко, а иногда бывает совершенно по-другому. На первый взгляд простой, несложный удар, а восстанавливать пришлось очень тяжело. В общем, все с этого момента она выйдет из этого бокса только подготовленной под покраску и поедет в малярку.